Всем здравствуйте, меня зовут Елена, и это YouTube-канал «Счастливая улитка». Я захотела сделать внутреннюю рамку для картины из страз, ну, чтобы она была как постер. То есть она была на рамке, но рамку снаружи видно не было. Как выкладывала эту картину кристаллами, я снимала видео, делала подробный обзор на нее. И загружала, показывала ранее. Ссылка на это видео будет в описании под этим видео. Попросила папу сделать основу и натянуть на нее картину. Заказала в Леруа Мерлен, помимо основного заказа, рейку срощенную на 2 метра 20 сантиметров. Доставили вот такую отбитую и не гладкую. Ну, у меня ее видно не будет. Все делает папа. Я только оператор. Напилил 4 рейки по размеру. Отпилил уголки с наклоном. Сложил. Примерил, чтобы все было ровно. Углы он будет склеивать. Отрезал уголки и из той же рейки. Их будет приклеивать в углы. Нарезал вот такие рейки. Их тоже будет приклеивать. Картина сейчас на стене, и вот эти вот белые края, конечно же, мне не нравятся. Белую часть подогнул аккуратно по краю. Рама высохла. Он все склеил между собой. Сохла рама долго, около 24 часов. Примерил еще раз, чтобы все подошло. И натягивает. Рама очень тонкая, гвоздями не решились прибивать. Да и промышленным степлером, я делала на него обзор несколько лет назад, тоже не решились. Решили действовать кнопками и немного молотком. Картина очень легкая, поэтому все будет держаться хорошо. Все края загнуты и закреплены. Натянули за что вешать, дырочка в стене и постер уже на стене. Мне очень нравится, как получилось прям то, что я хотела. Это все видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.